Если вы в первую очередь интересуетесь соотношением цена-качество, то вам стоит обратить внимание на бюджетную модель Michelin Pilot Road. Естественно, что выбирая моторезину, покупатель заранее просчитывает срок ее эксплуатации. И здесь есть целый ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Степень износа шины зависит от множества внешних факторов, таких как вид дорожного покрытия, температура, влажность. Кроме того, ходимость шины Pilot Road зависит и от типа мотоцикла, то есть его мощности и веса, а также от стиля вождения. Само собой разумеется, что срок службы задней шины сокращается при агрессивном стиле вождения и частых разгонах. Износ определяется и самой дорогой, количеством поворотов и прямых участков. Важно знать, что при низкой температуре шина изнашивается быстрее, чем при высокой. Люди думают наоборот, но именно так и происходит. Однако разработчикам Michelin Pilot Road удалось найти баланс между множеством взаимоисключающих факторов. Это дорожная шина с использованием однокомпонентной резиновой смеси, разработанная специально для мотоциклов класса Sport Touring. Каковы особенности данной модели? Это недорогая шина, которая обладает очень высокими сцепными характеристиками и по соотношению цена-качество является на сегодняшний день одним из лучших предложений на рынке. Модель Michelin Pilot Road идеально подходит для использования в городских условиях и для передвижения на дальние расстояния. Ярко выраженные глубокие водоотводящие каналы этой шины позволяют ей эффективно работать не только на сухой, но и на мокрой поверхности. Способна ли эта шина выдерживать большие нагрузки? Благодаря особенному строению каркаса повышенной прочности, эту модель можно подвергать длительным высоким нагрузкам без какого-либо ущерба для характеристик.